Более 5000 семей Ульяновской области оформили повышенные выплаты на детей с 3 до 7 лет. Напомню, такую меру социальной поддержки ввели в прошлом году по поручению президента страны Владимира Путина. Оформить пособие могут семьи со среднедушевым доходом, не превышающим величину прожиточного минимума на каждого члена семьи. Выплата составляет 50, 75 или 100% областного прожиточного минимума на детей. В увеличенном размере она предоставляется в зависимости от ситуации в семье. Специалисты профильного ведомства продолжают обрабатывать поступающие заявления. С 1 апреля 2021 года ульяновцы, уже получающие ежемесячную выплату, имеют право подать новое заявление, которое будет являться основанием для проведения перерасчета.